dvhub.ru. Такая норма была принята правительством и законодателем, начиная с 2017 года, и распространяется пока только на предприятия малого бизнеса и индивидуальных частных предпринимателей. Такая норма не имела распространения на предприятия средние и крупные, и на бюджетные учреждения, и иные формы надзорных объектов. Сегодня мы рассматриваем возможность применять такую норму, дать возможность законодателю применения таких норм по отношению к любым поднадзорным объектам, вне зависимости от формы собственности и от размера. Суть ведь подхода очень простая. Если нарушение незначительное, совершено впервые, то не надо стараться наложить штраф и принять карательную меру. Тем не менее, не всегда это работает. Необходимо, я отвечу на ваш вопрос, необходимо использовать предупреждение и профилактику как меры реагирования на такое нарушение. К сожалению, часто в практике это не применяется, потому что контролер, государственный инспектор перестраховывается и считает, что снимает с себя ответственность, накладывая штраф, таким образом он в том числе его трудно упрекнуть в каких-то коррупционных возможных проявлениях риска. С другой стороны, он оставляет уже дальше на усмотрение возможного судебного разбирательства изменения этой меры. По сути дела, речь идет, что называется, от ухода от ответственности в порядке правоприменения этой нормы со стороны инспектора и государственного надзора. Мы сегодня уделили этому отдельное внимание. С одной стороны, попросили органы прокуратуры не оказывать здесь излишнее давление на государственных инспекторов с тем, чтобы они карали по максимальному уровню за допущенные нарушения. С другой стороны, указали руководителям наших госнадзоров и инспекторам на недопустимость снятия с себя ответственности путем просто максимального наложения штрафа. Это нам необходимо вместе обсуждать, выявлять такие случаи, по ним принимать отдельные решения. dvhub.ru